осуждать динамовцев или перехваливать, опять же, тоже Локомотив. Наверное, не стоит сначала регулярки. Ой, заходит первая шайба, рикошетом она попадает между щитков Ростислава Глущенко. Уже выбежал на лед удаленный Мещерин. Бросил ее, как через собственный пятак. Ростислав Глущенко пробовал вывести эту шайбу. 2-0. Лока реализует большинство. Конечно, оплошность. Оплошность от голкипера московского «Динамо» случилась. Лапуткин в углу площадки. И Мальцев не смог выпустить шайбу. Доходит она до Гримашевского. Заходит первая. 2-1 становится счет. Лок по-прежнему впереди, но большинство реализовано. Не стали динамовцы ждать, как вчера. Пока Римашевский тащит шайбу чужим воротом, против него работает Васильев. Подключение Зайцева и ложится под эту шайбу. Мальцев в итоге. Марио Паталаха заталкивает шайбу в ворота Мурашова. Показалось, что уже потерян контроль над ситуацией, но нет, нет, Паталаха не выключился. Потеря в средней зоне
Гульев на Бута-Бут забрасывает. Это мы вчера видели, правда, забрасывал Мальцев тогда. А сейчас Гульев наказывает за перехват. Шикарный пас на Бута. Бросок по воротам. Побежал Носачев на перегонке с Шахриным. Добрался до шайбы. Можно поднять на Таймазова. Бросает Арсен Таймазов. И эта шайба залетает в ворота Сергея Мурашова. Все побежали к воротам. И свои, и чужие. Воспользовался этим защитник московского «Динамо». Мурашов ничего не видел. Удаление. Мурашов убежал. И Надворный поражает пустые ворота. Матвей Надворный — абсолютно заслуженная для него шайба. Сколько работы он делает. Это был хитрый план от Ярослава Лизенкова, я так понимаю.